Таким бархатным тембром участник шоу «Голос» Александр Зорин завораживает слушателей в парке Толстого. В Химках он определенно знаменитость. Интересная особенность – петь мужчина начал в 60. У меня нет музыкального образования, просто в кругу друзей с ребятами по молодости я научился играть на гитаре, пел любимые песни из кинофильмов, бардовские песни. Вот. А уже в 60 лет случай свел с одной замечательной женщиной, которая была концертмейстером в Большом театре. В настоящее время она на пенсии, которая сказала: «Александр, вам надо заниматься вокалом». Сейчас Александр репетирует в одном из творческих коллективов Дворца культуры «Родина». Познакомиться с ними можно было на концерте «Дня открытых дверей». На сцене выступило 56 творческих объединений. Встречу шла девица, белокруглолица, из Павер-Павер-Бедон, белокруглолица. Само мероприятие больше походит на исторический экскурс. Театральные кружки в дворянских костюмах 18 века, казачий хор из 17-го, старинные народные песни. Размах впечатляет. Откатиться назад во времени в парке Толстого можно было вплоть до 9 века, где правят бал исторические реконструкторы. Правда, время это не самое дружелюбное. Без щита и меча здесь делать нечего. Владеть этими видами оружия как раз и учит коллектив ДК «Родина» «Солнцеворот». Вступить в ряды участников большой творческой семьи Дворца культуры может любой, говорят организаторы. Это альма-матер многих известных химчан, которые добились творческих успехов. Саша Жоголь сейчас служит в ЦТРА в театре. Татьяна Вангальберина, которая преподает в МГИКе. И многие-многие другие. Николай Алексеев, который возглавляет коллектив и ВКонтакте, и руководит еще многими коллективами. И режиссеры, и актеры, и так далее. Это вот живые примеры Дворца культуры «Родина». Также открытый мастер-класс по актерскому мастерству для самых маленьких прошел на дне открытых дверей в умной библиотеке. Это один из главных досуговых центров городского округа с насыщенной интерактивной программой. Сейчас мы передаем хлопочек, но называем имя другого человека, того, кому нужно будет передать. Художники, артисты, режиссеры, певцы. Дворец культуры «Родина» за 63 года существования дал путевку в жизнь представителям многих творческих профессий. Записаться в один из коллективов ДК может любой желающий, начиная с 5 лет. Возрастной планки нет. И такие химчане, как Александр Зотов, тому живое доказательство. Сервер Бекмаметов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.